Друзья, всем привет! Вот и подходит к концу мой новогодний марафон. Сегодня я вам покажу последний рецепт этого года. Дальше нас будет ждать очень много интересного. Кстати, сегодня выходит 100-й рецепт на моем канале. Вот такой небольшой юбилей, связанный с Новым годом. Ну а теперь давайте я вам покажу 3 интересных рецепта. Но они будут не с каким-то одним составляющим. Они будут интересные и в тот же момент разные. Поехали, покажу из чего и что мы будем готовить. Первый рецепт на сегодня. Мы запечем в духовке курочку с желтой, красивой, хрустящей корочкой. У нас для этой цели есть вот такой вот цыпленок. 2-килограммовый такой птеродактиль. Готовить мы его будем достаточно большим количеством чеснока. Это я люблю. Да. А чтобы он получился красивый, желто-красный, у меня копченая паприка, куркума, обязательно хмели сунели для душистости, черный перец, мускатный орех и чуть-чуть петрушки. А теперь давайте приготовим этот потрясающий рецепт. Самая толстая часть курицы – это наша куриная грудка. Ее приготовить сложнее всего. Есть классный лайфхак. Нет, хак, шучу. Берем обычную ложку, вот так вот прислоняем. И очень легко и непринужденно мы вот так вот отслаиваем кожу от грудки. Мы ее оставим, мы никуда ее не денем. Но зато теперь мы можем под кожу вот так вот, смотрите, прям как чулок снялась. Положить много-много чеснока. И не только чеснока. Первый момент мы сделали. Дальше. Возьмем такую волшебную ступку. И засыпем туда все наши душистые специи. Аж пыль пошла. Не знаю чего. Шучу, просто перец очихать будем. Дальше. Возьмем 3 зубчика чеснока. Давайте, чтобы было видно, вот так. Надавим на них. Почистим. И отправим к нашим специям. Если вы не любите чеснок, как мой оператор, можете положить меньше. 1-2 зубчика. Теперь мы возьмем где-то 70-80 грамм масла. Это 3-4 столовые ложки. Уже запах пошел. Я сейчас это... просто съем ложкой. Не, рано. Не рано. А теперь возьмем наш пестик. Или тычинку, я не знаю. И перетрем чеснок со всеми специями в нашей ступке. Это будет наша обмазка для курицы. Самое главное постараться перетереть чеснок. Вы можете использовать давилку, все что угодно. Но у меня вот такая вот классная ступка. Вот смотрите, чеснок перетер. И вот такая вот паста для обмазки курицы у нас получилась. Ее тут более чем достаточно. Теперь основная задача. Возьмем ложку и вот так вот, не стесняясь, под кожу. Это вкус. Это вкус, это сочность нашей грудки. И в дальнейшей ткани она еще больше и лучше пройдет. Обязательно, прям не стесняясь, столовую ложку вовнутрь. А сверху? А немного чеснока? А еще? Шучу, натрем. Это как раз будет наш основной цвет. Ну что ж, руки придется долго отмывать. Вот этой пастой мы прям натираем всю кожу на нашей курице. Куриный массаж. Да, мы прям массируем ножки. Везде втираем. Видите, она какая получается желто-красная. Давайте перевернем. Запах чувствуешь, чеснок сильный какой-то, так что больше чеснока не надо.
Я не знаю, я бы еще бы. Не-не-не-не-не. Никогда не бывает много чеснока в курице. Ой, у нас что-то свет моргнул. Пока мы исправляли неполадки со светом, у нас курочка притомилась немножко. Лежит на бочку, несчастная. Скоро мы тебя съедим. Ну, для начала мы ее зажарим. Я заранее подготовил. Кстати, совет для всех лентяев. Застелил фольгой, мыть потом не надо. Класс. Это все равно не приходится. Не, не про нас. Так, наш сочный друг, летающий практически, уложим. Тут еще надо сделать пару телодвижений. Во-первых, да собрать наши специи, но не пропадать же добру. Это раз. Помыть руки, потому что я все сейчас перепачкаю. Первым делом, чтобы крылышки у курочки не обуглились, сделаем ей варежечки. Вот так вот, из фольги. Интересно, у вас получится ножки связать фольгой? Мне кажется, нет. Да попробуй. Она очень толстая в этом месте. И говорить, там надо так конкретно стягивать. И что? Я тоже в каком-то месте немного. Совсем чуть-чуть, но не надо меня связывать. Оч. Оч. Перекрестим вот так вот и свяжем. Ну, ты говоришь. Не, мне кажется, она развяжется. Там одна там вылазит. Она не вылазит. Она одна на другую. Вот так вот. Окей. Ну как вам? Красиво, нарядно, новогодний. Я чувствую, как она замерзла. Давайте ее согреем. В среднем такой большой цыпленок будет готовиться, ну, где-то час, может быть, даже 1:30. Будем проверять. Ну, а пока отправляем в разогретую духовку 180 на часок. Пока. Пока наша курочка там вот валяет дурака под полотенчиком, давайте приготовим для нее гарнир. У меня их сегодня будет два вида. Первый – это булгур. Проведя достаточное время на Ближнем Востоке, я к нему привык. Вам искренне советую попробовать приготовить эту крупу. Она безумно вкусная, но у нее есть свои особенности приготовления, о которых я сейчас расскажу. У нас идут достаточно стандартные овощи, к которым мы привыкли. Это болгарский перец, лук, чеснок. А вот специи – это копченая паприка, чуть-чуть кориандра, чуть-чуть затор – это ближневосточная специя. Вы можете ее найти и в Арабских Эмиратах, Израиле, Сирии. Сейчас в Сирии мало чего можно найти, ну ладно. Соль и черный перец. Даже Сирию-то нельзя уже найти, по-моему. Не, ну найти можно, но там все печально. Ладно, продолжим готовить. Первым делом. Возьмем перчик, нам его нужно совсем немного. Можете нарезать тоненько, меленько, кубиком, как вам нравится. Лучок. Лучок также надо меленько нашинковать. Далее у нас идет чеснок. Подраздавили. Пару зубчиков. Мы подготовили все наши овощи. У нас есть 4 столовые ложки масла. Отправим их в нашу разогретую раскаленную сковородку. Масло прям сразу побежало. Теперь, не стесняясь, у меня одна кружка, 200 грамм булгура. Кидаем его в раскаленное масло и начинаем перемешивать.
обязательно должны пару минут его пообжаривать. Пока булгур обжаривается, я подойду со своей маленькой доской и скину сюда свои овощи. Но перемешивать ни в коем случае не буду. И чесночок. У меня есть вот такой вот протертый томат. Вы можете использовать обычную томатную пасту, но она кислее. Мне больше нравится вот так вот. Хотя на Ближнем Востоке везде томатная паста, самая классная иранская. Она вообще потрясающая. Кстати, у нас она тоже продается. Но у меня тут вот такой вот протертый томат. Волшебно. Где-то 3-4 столовые ложки. И теперь перемешаем. И немножко, еще минутку пообжариваем. А теперь, после где-то минутки, добавим все наши специи. И еще раз перемешаем. Ну а дальше булгур варится так же, как большинство круп. 1:2. Одна чашка булгура на 2 чашки воды. Ну а теперь нам осталось чуть-чуть перемешать и подождать где-то 15-20 минут до выкипания. Среднее время приготовления. Накроем крышкой и пусть покипит. Прошло минут 8. Смотрите, вода уже практически выкипела. А это значит, что мы ее будем снимать буквально минуток через 5. У меня тут оператор ходит по дому и говорит: ой, какой запах, дай захомячить. Смотрите, вот, так вот, она сварилась. Самое главное не переварить. Теперь переложим ее пока в тарелку, а я вам покажу следующий рецепт. Ну не могу я вам не показать тарелку дымящегося булгура. Смотрите, это великолепно. Ты издеваешься надо мной? Да, издеваюсь. А теперь точно следующий рецепт. Оператор издает неприличные звуки за камерой. Она отняла у меня столовую ложку булгура. Это, между прочим, чавкаю. Для нашего блюда финального. Ладно. Это булгур, вообще это потрясающий вкус. Булгур нет, потрясающий. Нет, подожди, я должна рассказать об этом. Да это же просто вообще, он тает во рту. Третий рецепт. Киноа. Не менее потрясающая крупа. Поверьте мне, вы не пожалеете. Единственное, есть маленькая хитрость. Если вы ее предварительно также не обжарите на масле, она будет иметь такой немножко, знаете, вот травянистый запах, так что ее категорически надо обжарить. С этого мы, собственно, и начнем. Пойдем покажем. Ну, турать травянистый запах. Ну, не совсем, не совсем. Пару ложек, может быть, 3 обычного масла. Высыпаем и перемешиваем. Кстати, у меня тут двойной вид смешанный. Ну, сейчас в магазинах в основном такое продают. Это белое и красное кино. Зашипело. Конечно, зашипело. Вон она, моя любовь. Вон она. Дай ложку. У меня ложка только одна, и она для помешивания крупы. Мешаем, чтобы она вся была в масле. Я знаю, что 100% не так ее никто не готовит. Я приготовлю ее сегодня с грибами. Реально, я не видел, чтобы кто-то где-то киноа готовил с грибами. Я тоже не видела. А у меня появилась идея приготовить с грибами и петрушкой. Шинкуем грибочки, как обычно, пластиночками тоненькими. 3 штучки, нам много не понадобится. Так что это не понадобится? Если это так же вкусно будет, как вон то, давай попробуем. Вы не представляете просто вообще, насколько это вкусно. Дорезали. Пойдемте немножко ее перемешаем. Самое главное, чтобы она не подгорела. Она очень меленькая у нас. Кто-то добрался. Рядом с тарелкой. Оставь финальный новогодний мой рецепт. Оставь в покое.
Блин, она правда иди такая... Иди сюда снимай. Я не могу. У нас есть вот такой великолепный желтый помидор. Возьмем половинку. Он добавится в самом конце. Порежем его вот такими полосочками. Сейчас это в зимний период единственные пахнущие помидоры у нас. Не забываем помешивать нашу крупу. Слышите, она уже начала пощелкивать. На пшено похоже. Да, есть что-то похожее, но не пшено, ни по вкусу, ни по запаху. Я вот так вот спрятал в рюмку. Тут соль и петрушка. Где-то по чайной ложке. Обжарим вместе. Вот чувствуешь, какой с нее запах начинает выделяться? Пока что, находясь рядом с булгуром, почувствую запах булгура. Подожди. И вкус булгура. Подожди. Как наша курочка? Она уже минут 30. Она уже закипела, но еще пока не готова. Надо прям погреть, 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 погреть. Я думаю, чтобы ускорить процесс, мы опять разделим сковородку на две части. Тут у нас будет жить булгур. Не буду. Ой, это ты меня заговорила. Тут у нас будет жить киноа. Я тут булгур, хочу булгур, булгур. Да, ну это вкусное, блин, такое получилось. А тут мы положим наши шампиньончики. Чтобы они были чуть-чуть подушистее, чуть-чуть сбрызну маслом. Пока грибочки с крупой не смешиваем. Потому что шампиньон имеет дурацкую привычку выделять воду, как и любой гриб. О, все, у нас булгур поджарился в нижний слой. Надо мешать, мешать, мешать. Но уже запах пропал. И это говорит о том... Уж я не знаю, что пропало. Был запашок такой вот легкий, вот знаешь, вот такой травянистый. А вот теперь давайте... Я не чувствовала запаха. Так, ну не надо тут пытаться свалить от новогоднего стола, от моего. Пошел вот запах петрушки, петрушка, да? Да, петрушка и грибы, и крупа вот эта. Но нам надо пока пожарить ее. Основной момент мы сделали, грибы мы чуть припустили. И точно так же, как с булгуром, киноа варится 1:2. Одна чашка крупы на 2 чашки воды. Очень вкусно должно быть, я прям представила уже. Но мне кажется, что оно в принципе походит на пшено, потому что я не знаю. Его готовят, ну, я чаще пробовала с салатами разными. Ну, точнее, его перемешивают с зеленью. Ее отваривают и добавляют в салат. Но теперь, в данный момент у нас это собственное блюдо. Ну, а теперь накроем крышкой и подождем 10 минут, а потом посмотрим. Десять минут прошло. Проверим нашу кашку. О, запах с грибочками. Великолепно. Чувствуешь? Ну скажи, что не чувствуешь. И сразу же поедешь куда-нибудь. Не надо меня в карантин. Чувствую. И не будет у тебя Нового года через пару часов. Точнее, чуть побольше. У меня еще в планах немножко поспать, немножко поработать. Хватит работать уже. Смотрите, она уже становится практически прозрачной, увеличивается в объеме. Я думаю, что минуток 7, и она будет готова. О, окурочка-то кипит прям. Да. Видишь, нет? А, ну там я высоко поставил поднос. Горячо, осторожно. Запах. А из нее мало жидкости выделяется. Это так и нужно, да? Ну а сколько тебе жидкости нужно? Ну, обычно в масле это все плавно. Ну, давайте наверное... Давайте я поддостану ее. Вот. А, внутри она. Конечно, внутри она сочная. Вот теперь она начала вытекать. А, горячо очень. Когда выпадает. Ну, чувствуется.
Ну вот, смотрите. Наше киноа с грибами. Я не видел, чтобы что кто-то готовил киноа с грибами. Да, я тоже не видела. Ну ты же уже попробовала. Расскажи, как тебе? Очень вкусно. Не уступаю, честно говоря. Да? Они абсолютно разные, но... Подожди, ты попробовал, но еще не знаешь всех вкусов. Последний штришок. Наш желтый душистый помидорка. Она у нас кипит и практически без воды. Теперь возьмем и с нашим томатом аккуратненько ее перемешаем. Горячий салат. Грубо говоря, да. Ну, не совсем салат, все-таки я назову это гарниром. Вот так вот. Ну, а теперь дадим ей еще минутку, а вы ее уже увидите вместе с курицей в виде гарнира. Закрыли крышечкой. Увидимся минут через 30, когда наша курочка приготовится. Буду пока защищать гарнир от нашего оператора, потому что он явно покушается. Час 20 плюс-минус. Предлагаю достать. Ох, она кипит. А запах-то, запах чеснока. Горячо, осторожно, очень горячо. Первый момент, который надо проверить, это взять ложку, что-то металлическое. Слышите? Прям хрустящая корочка. Везде. Давайте отхрустим ее уже. Отхрустим. И самый интересный момент. Внутри тоже все пропиталось специями и вкусом. Как можно? Это же на Новый год ведь. Это на Новый год. Сколько у нас остается до Нового года? Да несколько часов. Ну, чуть больше, чем несколько. Ну, предлагаю теперь это все развязать, переложить, ну и показать вам, дорогие друзья. Я тут уже начал перекладывать на такое шикарное блюдо. Оператор пытался спереть. Придется отдать. Крылышко. Классное. Классное? Вкусное? Очень. Соль достаточно? У меня что-то ощущение, что я забыл посолить. Ну... Это не портит курицу, поверь мне. Ну, там на самом деле много специй чеснока, даже если забыл, ничего страшного. Ну, а... Не мешает, у нее просто она пряная. Нет, конечно, я понимаю, что она пряная. Она пряная. Так, ну и самый основной момент. Она офигенная. А, смотрите. Это не кровь, это специи. Да-да-да, это паприка. А, смотрите, она прям сочная. Ей надо дать, на самом деле, я просто показал вам, ей надо дать постоять, чтобы она внутри как вот, ну, доварилась, что ли, чтобы белок вот весь схватился. Будет супер. Безумно вкусно. Сейчас доперекладываю, нужны обе руки, и покажу, как это будет выглядеть. Ну что, готовы? Вот, друзья, финальный рецепт этого года. У нас Новый год примерно часов через где-то 8-9. Ролик выйдет чуть раньше, у вас будет время сбегать в магазин, купить курицу и какие-нибудь крупы. Ребята, всех с Новым годом, поздравляю с наступающим. В новом году, я думаю, будет много интересных рецептов. Помните, готовить это просто. Реально блюдо очень тяжелое. Вкусное и очень быстро. Ну вот насчет быстро не уверен в этот раз, но очень вкусно. Так что... Не напряжно, я бы сказал. То. Друзья, до новых встреч, увидимся в новом году, обещаю еще много рецептов. И помните, это 100-й выпуск, 100-й рецепт на моем канале. Дальше будет лучше. Колокольчик поставьте, лайк, если не сложно. Ну и с наступающим Новым годом. Пока-пока, помахать нечем. Пока-пока.